основа произвольной программы, которая выходит на канале НТВ Плюс каждую среду по вечерам, задумывалась как возможность рассмотреть некоторые судейские вопросы, которые возникают у зрителей, и зрителей не безразличных к фигурному катанию. Именно Татьяна Анатольевна натолкнула нас на эту мысль, что можно действительно делать эти разборы, приглашать для этого грамотных людей. Ну и мы, в свою очередь, эту тему немножечко развили. Итак, меня зовут Василий Соловьев, я комментатор НТВ+, и здесь и сегодня с радостной душой встречаю очередной этап серии Гран-при по фигурному катанию, который в этом году называется Ростелеком Кап. И в этом Ростелеком Кап принимают участие спортсмены, на которых нам, безусловно, будет очень интересно смотреть, очень приятно смотреть. Я уверен, что все те, кто смотрит фигурное катание, кто любит фигурное катание и имеет возможность смотреть его на НТВ+, сейчас находится возле экранов, потому что зал абсолютно пустой. Где же вам еще быть, как не у телеэкранов, ну, либо, за редким исключением, на работе. До начала соревнований было неоднократно сказано в кассах, что билетов нет, что купить билеты нормально невозможно, что все раскуплено, но, судя по трибунам, видимо, эти билеты купили люди-невидимки. Ну, посмотрим, что будет ближе к вечеру. Сейчас у нас самый для зрителей расслабленный вид программы из-за расслабленного внимания, которое они уделяют этому виду соревнований. И довольно-таки сложный для самих спортсменов, потому что это обязательные танцы. Их нужно выполнять настолько чисто, настолько четко, чтобы не придрался ни один судья, ни один технический контролер к происходящему. И сделать это очень сложно. И для спортсменов это настоящее соревнование. Они здесь и падают, они здесь и теряются, и что-то пропускают, и что-то, наоборот, показывают хорошее. Поэтому соревнование начинается прямо сейчас. Есть здесь зрители или нет здесь зрителей. Что касается судей, то технический контролер на этих соревнованиях Жиль Вандербрак, технический специалист Ше Жукивский, ассистент Катерина Мразова, рефери, как уже было сказано, Алла Шаховцова и российский судья здесь Елена Фомина. Кто выступает? У нас две разминки и у нас 9 пар, 9 танцевальных дуэтов. Первыми катаются Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко. Затем Анастасия Платонова, Александр Грачев. Потом Каролина Эрман и Даниэль Эрман. И из Чехии Люси Мысливечкова и Матей Нов.